Под бой курантов бегом к врачу. Новогодние праздники для 500 брачан стали печальными. Сотрясение мозга, ожоги и порезы – это самые распространенные диагнозы пациентов, которые обратились в травмпункт на каникулах. 1 января в травмпункте городской больницы номер 1 выстроилась целая очередь – 90 человек. Из них 38 нуждались в первичных обработках. Раны этих пациентов приходилось зашивать сразу же. Остальные в сильнейшем алкогольном опьянении с трудом рассказывали, что с ними случилось. С уходом праздников подобных клиентов в больницах становится меньше. Самый пик у нас был – это 1 число. Вот, там у нас много было избитых, много было порезанных, как говорится, кухонных бойцов, мы их называем. Вот. Ну и очень много было в алкогольном опьянении. Это, конечно, все. Люди пили, всю ночь пили, днем пришли. Теперь специалисты с волнением ждут 14 января. Старый Новый год в России тоже отмечают с размахом. А это значит, очереди из пьяных пациентов снова атакуют местные травмпункты.